И мы на улице. Сколько их? Против гопоты. Я переживаю. На! Гопники! На, держи тебе! На! Так, дверь. Гоу! Гоу! Всем привет, друзья! Это канал Игорюшины Игруши. И сегодня мы играем в долгожданный Роблокс. Роблокс, и мы в спецназе. И мы играем... свет против гопников. Да, свет. И сейчас у нас идет подготовка молодого бойца, курс молодого бойца. Мы вообще, смотри, мы никто. Кстати, ребята, я тоже проходил курс молодого бойца. Курс молодого получил бойца. Получил какой-то паспорт даже. Да, удостоверение. Это правда. Так, смотри, мы отжались сейчас, мы просто делаем зарядку, да, гимнастику. Mm-hmm. Что интересно дальше будет, какое задание выполнить? Ох ты! Новое задание. Полоса препятствий. А что можно выбрать? Нет. А, можно было выбрать маску, смотри. Противогаз. А где у нас можно вопрос гопники? А гопники будут после того, как мы подготовимся и нас выпустят на улицу. Сейчас пока полоса препятствий. Курс молодого бойца, что непонятно, как в армии. Всегда нужна, ребята, физическая подготовка. Сейчас самое очень... Стрельбище. Да. Подготовка. Самое очень такое интересное задание. Смотри, там вертолеты висят, и там, наверное, уже кто-то задание выполняет. Так, ребят, у нас стрельбище. Кто самый меткий? То есть подготовка, да? Все? Все, на улицу. Все. Мы еще пока никто, смотри. У нас никакого звания. Давай сюда зайдем. Что это такое? Банк. А там кто? Грабители! Грабители. Там уже наша команда работает. Смотри, черная наша, зеленая не наша. Вот кто сидит за столом. За столом сидит такой-то. Грабитель, видел? Да. Так, мы его взяли, да, в другую комнату зайдем. Здесь никого? Никого. Давай в следующую комнату. Вот он, в маске. Посмотри. Да. Есть. Он как нейтрализован. Большой коридор, и что здесь? Дверь, а нам ее не открыть. Кто откроет дверь? Кто умеет закладывать взрывчатку? Заложил. Уходим. Все, взломано, смотри. Сразу два террориста. Есть. Закладывайте взрывчатку в дверь. Отходим. Да. О, еще двое. Трое. Их там трое сидит за закрытой дверью. Так. Давай. Ну что ты не уничтожаешься-то? На, держи. Мы светошумовую гранату бросили. Она не сработала. Получай тебе. Есть. И что? А вот наша не сработавшаяся граната. Золото, мы спасли золото, все, да? Да, этот этап задания выполнен. Да. Спасли банк от ограбления. Интересно, какое будет следующее задание? Да, интересно. Мы кадет, смотри, нам дали звание кадета. И мы на улице. Сколько их? Против гопоты. Я переживаю. На! Гопники! На, держи тебе! На! Разрушай их, разрушай! Гопники! Убивайся. Гопники! Бейте их, худо! Ну что такое? Зачем убивать? Надо просто их наказать и заломать руки, а убивать не надо. Ребята, не слушайте Игоря, он хулиганит. Ну да, я просто так сказал. Ты на эмоциях. Да, я случайно сказал, но я на эмоциях. В общем... Надо их обезвредить. Надо им просто давать. Все, мы с ними разобрались. Это что такое? Да. А, задание, смотри-ка, да. Надо бить их. Порядок? Мы наладили порядок. Команда сработала отлично, давай. Ну, может... Убивать никого не надо. Да, надо бить. И бить тоже никого не надо, надо все обезвредить. Почему? Если на тебя нападают, надо, да, конечно, давать отпор, это называется, а не, да, бить. Так, новая полоса препятствий, смотри какая. Просто, если вот война, то тогда надо уже... Вот война, это жестко. Это лучше. Если вы хотите, мы можем... Мы против войны. Да, мы против войны. Так, давайте. Мы можем в Роблоксе снять, в принципе. О, стрельбище. Так. Мы не будем, потому что война это... Стрельбище. Сосредоточься на выстрелах, чтобы точно быть, попадать в хулигана. Так. Ничего себе, какие мишени. Так, ну что, готова мишень. Есть, еще одно задание. Ой-ой-ой, ребята, это новая полоса препятствий. Что нужно делать? Как думаешь, прыгать что ли? Да, думаю. Там, смотри, канат. Вау, есть, спустились по канату. Еще разок. Давай еще разок.
Сколько раз надо? Мы уже офицеры, смотри! Мы после этой подготовки уже, мы были никем, потом кадетами стали, а теперь мы офицеры! Это значит, нас повысили по службе. Что же будет за задание? Новое задание, что такое? Это где мы? Ну, можно сказать, не гопники, а гангстеры. Гангстеры, вот сейчас будут гангстеры. Ох ты! Сказать. Новое задание, ребята, заходим в ворота. Мы в каком-то сейчас... Каком? Нет, это какое-то помещение. Я... Го! Вот, террорист! Давай! Террористов надо убивать! Нас убили. Давай заново. Так, идем. Вот тут уже надо убивать. Террористов надо как-то нейтрализовывать. Бить надо! Вот дверь. И что? А мы не умеем закладывать. Как говорится, вперед! Там го! Американский спецназ говорит. Так, дверь. Гоу! Давайте! Ну хватит уже, слово такое плохое. Ну хватит уже. А? Так. Давайте, надо... Нейтрализовывать, надо говорить. Так, вот, вон, лежит там. Надо гасить, да. Гасим. Все, пресекать движение. Это вам не в армии. Да, пойдем. Так, у нас кто-то в сарае, там, в помещении. Да, в ангаре. В ангаре стоит, вон, наверху. Тихо. Стоит, вон, наверху. Да. Есть. Вот действительно. Помещение слово... защищено. Да, надо вот говорить, там, допустим, это, ну... Нейтрализовывать, я же тебе говорю, самое крутое слово. Да. Так, что здесь у нас? На лестнице стоит, посмотри. На лестнице есть? Гасить, готов? Гасить. Где еще? Или гасить. Вот, двое там. Ах, гасить. Целых двое. Один есть, а второго надо подняться, потому что нам не достать гасить. Его отсюда. Побежали за нашим командиром. Побежали, сейчас мы их... Так, нам наверх. А там еще внизу дверь. Можно сказать, уничтожить. Внизу дверь еще была. А есть, уничтожить, он готов. Уничтожить. Открывай дверь. Уничтожить. Бабах! Мой, гоу! Открыта дверь-то, нет? Давайте! Открыли дверь, заходим! Надо победить их! Вот они стоят! Давай! Вот он стоит у стенки! Ну что? Идите к нему! Так, есть? Нет! Стреляйте в него! Никак не уничтожим! Есть! Да! Так, кто еще? Ну что? Припасался, челик! Прямо здесь есть! Попались все! Это заложник! Мы его освободили! Ребята, мы четко отработали. Да. Смотри, без потерь. Да. Так, ну что, это что, новое задание или что? А, это у нас обучение на следующую стадию. Да. Но это будет в следующий раз, если оно вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Игорюшины Игруши. И если вы хотите, мы еще очень много серий про Roblox снимем, про... Там... Полицию и преступников. Да. И не забывайте заходить на мой инстаграм. Всем до новых встреч в Роблоксе. Отдыхаем.